Чтобы пронести любимые вкусняшки в кинотеатр, не обязательно быть фокусником. Достаточно просто посмотреть наше новое видео. У меня все чисто. А это еще что такое? У него пицца в руках? Молодой человек, вы не можете войти в кинозал с этим. О нет, вы неправильно поняли. Это для вас. Это мне? Вау! Спасибо за заботу. Угощайтесь. Объедение. Похоже, пицца оказалась настолько вкусной, что наш охранник потерял бдительность. Не спешите, она еще горячая. Так приятно пахнет. Ага. Теперь друзья Криса смогут насладиться любимыми снеками. Держите. А я пойду. Фильм вот-вот начнется. Какой хороший выдался день. Я возьму немного. Нет, это мое. Здравствуйте. Вот наши билеты. Все хорошо, входите. Мой билет. Спасибо. Что это за запах? Это от меня? Кажется, пахнет едой. Можно я проверю? Уберите руки. Простите. Что вы себе позволяете? Вы можете идти. И все же, откуда этот запах? Фух, пронесло. Мне кажется, пахнет курочкой-гриль. Ну, наконец-то я перекушу. Куриная ножка. Дорогой, хочешь попробовать? Вкуснятина. Ничего, у меня еще много осталось. Будете кусочек? Нет, спасибо. Можете подсказать мне мой ряд и место, пожалуйста? Пятый ряд, восьмое место. Спасибо. Я не могу вас пропустить. Что? Почему? Еда запрещена. Вы стоите на моем пути. У меня нет другого выхода. Что она делает? Я должна убить вас, чтобы выиграть. Достаточно. Уходите отсюда. Ладно. Вот же странное. Приятного просмотра. И не забывайте, свою еду проносить нельзя. Вот мой билет. Вы можете повернуться, пожалуйста? Может, не надо? Ладно. Ага, покиньте помещение. Вот же. Погодите, у меня есть идея. Алло, я хочу пройти собеседование на должность охранника. Я буду в вашем офисе через минуту. Да, у меня здесь все хорошо. Эй, парень, тебя к телефону. Меня? Слушаю. Что? Как уволен? Вы не можете так поступить со мной. Свободен. Это нечестно. Мой план сработал. Здравствуйте, проходите. Теперь ничего не помешает Крису пронести любимую еду в зал кинотеатра. Это запах выпечки. Вы не можете здесь есть. В отличие от меня. Вы можете поторопиться. Ну где же Крис? Оу, а он красавчик. Привет. Извините, я тороплюсь на фильм. Может, вместе его посмотрим? Нет, оставьте меня в покое. Жаль. О, вау. Крис, ты купил мне цветы? Спасибо, любимый. Не за что, дорогая. Вот наши билеты. Крис, ты такой хороший бойфренд. Вы такая милая пара. Приятного просмотра. Ах, это любовь. Так его, давай. Милая, что? Угощайся. Это маршмеллоу? Можно мне? Ладно, держи. А я доем оставшиеся. Эти постеры такие скучные. Я бы добавила сюда что-то интересное. Что? Есть у меня идея, как разнообразить этот постер к фильму. Покажите ваш билет, пожалуйста. Хорошо. А палитра вам зачем? Можно я посмотрю? Нельзя. Это неприкосновенная вещь. Я уже пойду внутрь. Проходите. А какой из этих лайфхаков попробовали бы вы? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео. У этой девушки что, еда в палетке? Вот же наивный охранник.
Извините, не нарисуйте меня. Это сыр фри? Вы обманули меня. А ну быстро на выход. Здравствуйте. Ах, какая она восхитительная. Здравствуйте. У вас есть какие-то запрещенные вещи с собой? Нет, что вы. Да и что может поместиться в такую сумочку? Можно мне войти? Конечно, проходите. Ух, она красотка. Эта модель сидит рядом со мной? Ей удалось пронести еду. Ах, я такая голодная. Охранник все у меня отобрал. Ммм, вкуснотища. Хотите кусочек? Я? Да, держите. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Думал, получится провести меня. Это мы выбрасываем. Вот наши билеты. А почему три? Ах, вы ожидаете малыша. Поздравляю. Спасибо большое. Входите. Здравствуйте. Ой, это не то. Вот, со своей едой нельзя. Заходите уже. И чтобы без фокусов. Ах, этот фильм такой грустный. Хочу пить. Хорошо, что я захватила это. Дорогая, так ты не беременна? Можно и мне, пожалуйста? Супер. Это все? Нужно было брать шарик побольше. Проходите. И помните, никакой еды. Вот мой билетик. Ох, какая элегантная девушка. Приятного просмотра. Спасибо большое. Похоже, у меня получилось его очаровать. У меня нет ничего запрещенного с собой. Хорошо, входите. А мне комплимент не сказал. Как интересно, пора перекусить любимыми конфетками. Хорошо, что у меня длинные волосы. Вкуснотища. Извините, не поделитесь с нами? Конечно, угощайтесь. Мисс, никакой еды в кинотеатре. Я должен это забрать. Ладно. Пожалуйста, возьмите мой билетик. Намасте. Проходите. Чувак, да замолкни уже. Оу, привет. Намасте. Никто не смотрит? Моя маскировка сработала великолепно. Берите, угощайтесь. Новый цвет волос тебе очень идет. Здравствуйте, вот мой билет. Ничего подозрительного не вижу. И мой. А вот это выглядит странно. Да это просто кольцо. Такие сейчас в моде. Так можно нам пройти? Ладно, входите. Спасибо. Попался наивный. Будь внимательней. Еда запрещена. А ну снимайте кепку. Теперь все, можете идти. Здравствуйте. Как вам моя прическа? Вам идет. Приятного просмотра. Следующий. Это было легко. Охранник ничего не заподозрил, и теперь я могу спокойно наслаждаться сладостями. И я хочу попробовать. Выглядит вкусно. Что вы наделали? Мои волосы! Простите. Да, у меня порядок. А это еще кто? Я детектив. Я разыскиваю особо опасного преступника. Он может находиться в этом зале. О чем вы говорите? Пропустите меня. Вы мешаете следствию. Ладно, проходите, пожалуйста. Так, посмотрим. Эй, убери телефон. Где же мое удостоверение? Вот оно, нашла. Сейчас оно превратится во вкусный сэндвич с нутеллой. Здесь нельзя этого есть. Да? И что ты будешь с этим делать? Эй, ты такая грубая. Я ухожу. А мне-то что? У меня еда есть. Эй, поторопись.
Фильм скоро начнется. Это же отвратительно. Заходи уже. Здравствуйте, это мой священный цветок. Да это же просто яблоко. Он приносит мне удачу. Ничего, оно подождет вас здесь. Давайте ваш билет. Проходите. Ну и сумасшедший сегодня день. Пусть мой цветок он отобрал, но здесь у меня целый горшок Орео. Хотите попробовать? Нет уж, спасибо. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!